«Учимся жить экологично». Привет, это Илькизет, и сегодня мы тебе расскажем, куда можно сдать вторичное сырье в Астане. Это эко-пункты, где горожанам платят за сдачу мусора. За 1 килограмм вторичного сырья местные сотрудники предлагают от 5 до 150 тенге. Горожане могут сдать 11 видов сырья, в том числе макулатуру, полиэтилен, стрейч-пленку, пэт-бутылки, стеклотару и флаконы из бытовой химии. В этот пункт приема можно сдать пластмассу, которую в дальнейшем уводят к отечественным переработчикам для переработки. Стеклотару компания принимает поштучно. Стоимость одной бутылки – 3 тенге. Ежедневно только один приемный пункт собирает порядка 500 килограммов вторичного сырья. На начальных этапах проекта, когда он функционировал в пилотном режиме, горожане приносили всего лишь 20-30 килограммов. В основном приносят из дома картон, макулатуру, пэт-баклажки. Здесь же также ее сортируем. Приезжает авто, оно дальше прессуется и отправляется по заводам. Призываю всех граждан сортировать мусор, не выкидывать его на мусор, приносить нам сдавать в качестве сырья и получать за это деньги. Если ты тоже сортируешь мусор, то поставь лайк и подпишись на наш ТикТок.